cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в 34-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». А в этом уроке тоже очень красивый виджет для бэкграунда. Давайте посмотрим. И вот что мы видим. Очень красивые вот такие вот линии. Цвета у него происходят произвольные. После каждой перезагрузки он может выдавать разные цвета. Вот вы сейчас это видите. Единственный есть недостаток у данного виджета, у него внизу появляется ползунок прокрутка, что не очень хорошо. Ну давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте посмотрим виджет. После того, как вы виджет перенесете на холст, он встает во всю ширину холста на 100%. И давайте посмотрим его настройки. Первое поле переводится как круги. Давайте посмотрим вообще по умолчанию изначально, как он у нас выглядит. У нас происходит вот так вот, по умолчанию. Тут, чтобы понять смысл каждой опции, здесь нужно прибавлять, например, или убавлять параметры и смотреть в браузере. Вот, смотрим дальше, смотрите, дальше идет вроде как направление линии, не совсем понятно тут как перевести, но если мы здесь поставим 2, то разница будет очень большая. У нас совсем по-другому, вот вы видите, совсем по-другому начинает себя вести вот эти линии. Вот также здесь видно, что он немножко обрезается снизу, мы можем это расширить благодаря вот этим ползуночкам, да. Следующая, третья опция, это у нас speed, скорость наших линий, я в принципе их не меняю. И последняя опция, это толщина нашим линиям, вы можете их прибавить, но честно говоря, когда они тоненькие, смотрятся намного лучше. Вот и все в принципе настройки данного виджета. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.